Привет, мои хорошие, меня зовут Дарья, и я рада вас приветствовать на своем канале. Сегодня воскресенье, и я появилась перед вами не просто так, а все потому, что с завтрашнего дня, с 15 августа, с понедельника, стартует акварельный скетч-марафон со мной, и я спешу вас на него пригласить. В течение 7 дней выйдет 7 видеоуроков по акварельному скетчу, и я приглашаю вас рисовать вместе со мной каждый день для того, чтобы сделать себе такой вызов, челлендж и создать 7 акварельных скетчей, конечно же, потренироваться и научиться делать быстрые зарисовки большой-большой дружной компании, которую я собираю. И чтобы собрать нашу дружную команду, я создала группу мероприятий ВКонтакте. Ссылочку ищите в описании под этим видео. Обязательно присоединяйтесь к группе. И каждый день в этой группе будет появляться ссылка на новое видео и альбом каждого дня, где вы сможете делиться вашими зарисовками, вашими акварельными скетчами и смотреть акварельные скетчи других участников по этому же видеоуроку, смотреть, что у нас получается, и вдохновлять друг друга положительными эмоциями, комментариями, для того, чтобы все 7 дней продержаться и каждый день вместе со мной порисовать. Также своими работами можно будет делиться в Инстаграме, ставя хэштеги специальные «DairyArt», «Марафон DairyArt» и «Акварельный скетч-марафон DairyArt». И обязательно по этим хэштегам искать работы других участников. Я также буду просматривать данные хэштеги и лайкать ваши работы, для того, чтобы было их еще больше, и мы с вами все 7 дней продержались и прорисовали вместе. Поэтому, если вам интересно, то с завтрашнего дня стартует акварельный скетч-марафон. Присоединяйтесь, все ссылочки в описании. А на этом я с вами прощаюсь. С вами была DairyArt. Помните, что рисовать может каждый. Пока-пока!